Друзья, я боец из Азербайджана, боец смешанных единоборств. Меня зовут Джабраил. Я хочу задать вопрос вам, Армен. Я вижу, там сидят у вас некоторые слабаки, особенно те, которые в очках. Ну, Кирилл понял, что я им про него. Короче, видишь, я как стою перед твоей толпой, которые приехали. Видишь, столько людей, как я гордо стою. Эй, у меня вопрос к тебе, да. Ты смотрел мне в глаза и говорил, у меня столько хейтеров. Я твой главный хейтер, смотрю тебе в глаза, Шавхал. Друзья, это вопрос, просьба микрофон забрать, это больше заявление о себе. Если есть вопрос, задайте. Если он смотрел мне в глаза и говорит, что тут я вижу мои хейтеры, он знает меня давно-давно. Давайте его без провокации, хейтер, вопросы и просьба. Это я твой хейтер, я стою и буду стоять. Хорошо. Парень, ты хороший, Ильяс, атакуешь, где уахкиш, ты ее творцом. Док, атакуешь. Тихо. Без драк, ребята. Охрана! Успокаиваемся! Охрана! А вы что, мразь, братец? Администраторы, пожалуйста, подойдите сюда, нужно расставить все на место. Администраторы. Администраторы на площадке. Просьба спортсмена вернуться на свои места. Шавхал. Шамиль. Просьба обеспечить. Шавхал. Охрану, уводим их. Сима, Боря. Где Сима? Сима где? Ань. Рамазану, позвони по телефону срочно. Где Сима? Сима где? Сима. Телефон срочно, бой, Рамазан. Где он? Рамазану звони срочно. Да его уничтожишь. Охрана! Остановить! Охрана! Не пари, остановите историю эту всю. Мы созваниваемся. Дай трансляцию.